Курчатовском районе загорелась столовая. Огонь в кафе вспыхнул вечером. Наши телезрители сняли ликвидацию пожара на камеру мобильного телефона. Пламя вспыхнуло через полчаса после закрытия столовой. Сотрудники соседнего кафе почувствовали запах гари, увидели дым и вызвали пожарных. Мы сегодня работали, они просто пораньше закрылись, через праздник. Сильно, вы видели пламя? Было ли пламя? Ну, когда пламя увидел, тогда я вызвал пожарных. Чтобы подобраться к очагу возгорания, огнеборцам пришлось выбить окна и вскрывать потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают. Не исключено, что замкнула проводка.